Эту гонку делает сам хозяин Самсонас, Мартинес. Я очень рад, что он вообще такую идею затеял. И я думаю, что эта гонка будет топовая гонка, потому что очень ребята серьезно занялись за это дело. Обращайте на нее внимание. Я думаю, что скоро тут будет много народу. Сошли пути с бывшим организатором 300 озер Зарасай и сошли пути с местным правительством. Цель была собрать не цифру, а собрать много хороших друзей, быстрых гонщиков, красивых машин, чтобы было красиво. Чем больше будем стараться поддерживать этот автоспорт, тем больше все закрутится. Это как доля, мы должны, ну, мы с этого живем, мы должны долю отдавать. Ну, этот ралли нам очень дорогой, но надо делиться. Тут много приехали из многих стран гонщики и очень интересные дороги. Так, с Ирмати Сралчис едет с моим сыном младшим. Они попробуют приз получить, Тойоту. Вот такая задача у нас. Так что все серьезно. Сегодня здесь мы работаем с командой АСРТ, быстрым пилотом Ральфом Сирмансисом. Мы очень рады, что такая опытная, известная команда пригласила нас в качестве партнеров на эту гонку, поработать с таким быстрым пилотом. Да, это первая гонка. Где-то уже год не ехал, никаком ралли. Перед гонкой проехали тестов. Ну, надеемся, что не забыл, как ехать быстро, и можем побороться за выигрыш. Будем делать все, чтобы победить и достать этот главный приз. So yes, first time with Ralphs. Also two same names, Ralphs and Ralphs. Да, это первый раз, когда я еду с Ральфом. Два имени, Ральф и Ральф. Ральф очень быстрый пилот. Я очень рад, что могу проехать с ним эту гонку. Я надеюсь, что мы сможем понять друг друга и будем очень быстры. У нас едет Попов. Вы знаете все его, да? Феофанов уже тоже знаете, не только в Прибалтике едет. Едет чемпион Латвии Сирмацис. Едет мадридского Реала вратарь Канезарес, Сантьяго Канезарес. Он наш друг. Вратарь первый раз едет на грунте. Он уже испугался вчера в аэропорту. Вы не представляете, я понимаю, что он спортсмен, но как лицо меняется у человека, когда он видит дороги, грунтовые горочки. Вот это было очень интересно. Думал, что приедем так, побаловаться. Потом такая серьезная гонка. Он говорит: «Айнар, а что делать?» Я говорю: «Успокойся, все будет хорошо». Я тоже очень контентен. Меня тратали лучше, чем в моей доме. Я рад, что меня пригласили сюда. Меня встретили даже лучше, чем дома. Погода хороша, команда АСРТ хорошая. Новое ощущение на гравии. Когда я играл в футбол, у меня была мечта сесть за руль гоночного автомобиля. Но не было возможности, потому что все время занимал футбол. И вот 10 лет, как я закончил играть в футбол, и 9 лет, как я сел за руль спортивной машины. Thank you.
команда все едет, все хорошо, все опять едут. Сергей очень хороший результат показывает. Ну, вообще-то все молодцы. Феофанов, да. Ну, и даже наш испанец на грунте первый раз, да, все-таки очень доволен и нравится, что все. Ну, конечно, надо учиться и надо тренироваться, чтобы это было. Так что пока все хорошо, слава богу. Yeah, we are changing the gearbox. Нам меняют коробку передач. На этих дорогах она слишком длинная. Нам нужна более короткая коробка, чтобы эта машина была мощнее с самых первых передач. Поэтому мы и меняем коробку. So yeah, that's why we are changing the gearbox. Bien, estoy disfrutando mucho. Я начинаю увереннее ехать на грунте и наслаждаться ралли. Когда-то должен быть первый раз. Страшно было? Конечно. Машина новая, мне очень хорошо слушается. Responde muy bien y se hace bastante cómodo. Уверенно едет, и не было ни одного момента такого, чтобы мы испугались или что-то. И машина очень хорошо держится на дороге, и он владеет очень хорошо машиной. Первым чекдауном он испугался. Говорил, все, выхожу из машины, потому что машина начала носиться. Но второй раз, когда ехали, уже все, уверенно он начал себя чувствовать машину, себя начал чувствовать. Едем допы, каждый доп чуть-чуть побыстрее. Главное доехать, машина целая, сами целые, и время улучшаем. Не было. Вот вы третья, вторая. Только не бей. Точно. Сережа, ты мне один раз получишь, точно. Бить людей — это не педагогично. Нет запасной, еще одна R5. На очень скользкой дороге заблокировал тормоза и в нужный момент. Ну, я приотпускал тормоза, но просто этого было мало. То есть все-таки передние колеса потеряли сцепление с дорогой. На самом деле в тот момент нужно было поддернуть ручник задний. И это не стопроцентная гарантия, но шанс был на то, что можно было спастись. Не сообразил. Я до последнего думал, что машина поймает зацеп и пойдет. Но нет, не получилось.
старший робот. Значит, все задачи, которые будут там дополнительно через робота. Макс и заправка за все машины, да? Так, дальше. Field of Vini, я? Тут только контроллер, я? Все, саком давлю. Начинаем работать. Мы действительно сейчас вкладываемся в то, чтобы найти вот эти доли секунды на каждом километре, чтобы получилось достать нашего главного соперника. То есть мы поменяли коробку передач. Надеемся, что это позволит Ральфу наверстать упущенные секунды. Проигрываем где-то 10-11 секунд первому месту, но будем бороться за победу. Ну, нам нужно призовое место. Мы едем в чемпионат Литвы, поэтому мы хотим второе место в нашем классе. Ну, пока держимся, да, но там соперник прижимает, посмотрим. Сегодня все решится. Ехали, казалось, помню этот момент дороги, мне представлялось, что там должен быть по памяти правый поворот, но он был левый. И я не знаю, не послушал штурмана. Долго очень машину вытаскивали, то есть все нормально, как бы ничего страшного, но застряли конкретно. Там людей не было, зрителей, мы минут 20 выбирались оттуда. Ну, 15 минут, да, где-то выбирались сами. Поднимали машину на домкратах, там потом еще подошли мальчики и помогли там. Как-то выбрались. Не верили, если честно, что оттуда выберемся. Сегодня я здесь, потому что мне посчастливилось работать с командой АСРТ. Это была моя первая раллийная команда, в которой я стартовал в ралли в 2015 году на Peugeot в классе R2. Если ты хочешь стать хорошим водителем, тебе нужно быть также хорошим и механиком. В этой команде ты чувствуешь себя как дома. Каждый здесь дружелюбен. Надеюсь, что Ральф немножко быстрее вспомнит, как надо руль поворачивать, и что не надо много на тормозов нажимать. И тогда он, я думаю, должен выиграть эту гонку. Now we are about 12 seconds behind. У нас 12 секунд до лидера. И нам нужно сделать все, что мы сможем, чтобы сократить этот отрыв и, возможно, стать первыми. В первой половине дня мы ехали очень близко с Кеном Торном, который сейчас лидирует. На каждом спецучастке мы показывали практически одинаковое время. Самый большой отрыв между нами был 2,5 секунды. Мы собираемся атаковать, чтобы занять первое место.
Ralph Siermans is coming push very hard, I think. Сегодня Ральф Сирмасис очень хорошо атакует. Нам нужно сохранить напор, чтобы гонка закончилась так, как мы хотим. Это первый раз, когда за победу в R2 дают Тойоту. Это одна из причин, почему мы здесь. Я думаю, что мы можем попробовать победить. Labais divi bīstam sturēt, 20, kreisais divi, 30, kreisais divi iekša, 100, labais 4, tramplīns, labais 4. Да, получилось. После такого перерыва и победа, так что очень хорошо. Я доволен. Была интересная борьба за первое место с Торном. Но, не знаю, он не выдержал скорости и перевернулся, наверное. Так что, ну, мы в финише, его нет, мы первые. Тойота ваша? Да, Тойота наша. Oh yeah, I'm so happy. First win and first podium in my life. Я так счастлив. Это первая победа и первый подиум в моей жизни. Я очень счастлив. В начале ралли было достаточно сложно, но потом мы начали работать вместе. И на последних спецучастках я стал чувствовать себя очень хорошо. Спасибо моему тренеру Урмасу Росима. Супер. Thanks to my coach Urmas Rosima. Amazing. Под конец очень хорошо пошло, потому что уже не гнались за победой. Но вот смотрю на соседнюю машину, и, может быть, все-таки нам и медальку и дадут сейчас. Несмотря на все казусы сегодняшнего дня. Не, классно, классная гонка, очень интересные участки. И быстро, и медленно, и трамплины, и закрытые повороты. Шикарно. Очень хорошие, интересные дороги были. Ну, немножко, конечно, второе прохождение было посложнее, потому что разрыто уже было. Но в целом очень интересная гонка. Быстрая, я бы сказал, такая, ну... Ну, со всякими сюрпризами, не знаем там, что за, что дальше за прыжком будет и так далее. Ну, и очень интересное. For me it's a new experience. For me it's a very good experience. Rally is a big rally. Для меня это очень хороший опыт. Это большое, хорошее ралли с большим количеством хороших людей, пилотов, команд и машин. Действительно, за эти два дня мы получили очень много удовольствия, потому что мы счастливы быть здесь. Для меня ралли – это хорошее хобби. Я выступаю в Испании на асфальте, и здесь я не могу составить конкуренции на гравии пилотам, которые ездят по гравии всю свою жизнь. Я сажусь в гоночную машину, и я уже счастлив. Ну, такой кайф я получил от того, что наши пацаны взяли приз Тойоту. Не только то, что там Тойота. Ну, понимаете, это состояние напряжения, что тебе морковка стоит, да, и это совсем другая езда. Эстонский экипаж молодцы, очень хорошо ехали, но не выдержали. Это ралли, ребята. Вот тут и мне очень понравилось, что реально Артур отработал корректно, настроил, да, все хорошо. Организация всегда у Аудриуса Гимжаусиска на высшем уровне, уже после Утены. Мы смотрели, это один из организаторов, который также и наш друг, который умеет делать ралли. Мы его поддерживаем, потому что со всей командой полностью, которые были, приехали. Большое спасибо спонсорам, которые помогали нам. И вот Ралф Сирмацис и наш мой брат Ралф Сигевич получили первое место в R2 классе. И вот стоит у нас там приз. А так все понравилось, супер, команда отработала на 100%. Отлично.